Лила Каридзе играет. Сангро Салкау да Тима Фейгас. Так, и национальный мастер Nintendo Hate agora. Из Бразилии, по-моему, я с ним уже играл не раз, и он стримит. Ай! Nossa, ele jogou и он стримит. Ну, томей. Счет у нас с ним 3-1 в мою пользу. Да? Нет, 1-3 в его пользу. Три победы его, это и одна какая-то победа моя. Видимо, случайная. Так, ну вот, идем на такой вариант. Здесь бьем. Ферзь h5 сюда. Так, и вот здесь. И вот здесь. По-моему, сначала шах. А, или ты не си. Или сразу, я все время забываю. Nossa, hoje tô uma... А, mas eu tenho cheque. Все время я забываю. Ainda bem que ele não tem esse, né? Porque eu tenho... Как здесь cheque. Правильно играть? Coberto. Конь f6 здесь coberto. Играется, coberto. Но нужен ли сначала вот сюда шах? У него же есть какой-то отскок конь f4. То есть если я так пойду, хотя ладно, сразу. Вперед. Мы тогда коня выигрываем. Мы напали. Он должен отходить либо сюда, либо сюда. Потому что иначе он потеряет коня. Но если он отходит сюда, у нас есть какой-то ход вперед. Он ходит сюда, мы бьем на g2, и у него две фигуры висят. Да. По-моему, так. Давайте пойдем вперед. Если он берет пешку, мы берем сюда. Он берет сюда, мы напали на ладью и опять забираем коня. Коля, чат, привет. Илья, привет, как твой отпуск? Assim. Так, он бьет. Alguma coisa vai dar errado aqui. Ага, он бьет. А нет ли у нас шаха какого-нибудь сначала? Он ферзем же просто закроется. Вот опять я перепутал. Нет ли у нас шаха? Он просто закрывается ферзем. А если мы съели, он ест. Мы бьем, он бьет шахом. Ну ладно. Может быть, сюда тогда ударить, но мы без двух пешек. Но пешечную структуру выравниваем. Мне, наверное, надо пешку отыграть. Наверное, надо просто отыграть пешку, но здесь выигрывается фигура. Я все время забываю, как тут правильно играть. Абсолютно все время. Хотя смотрел миллион тысяч раз. 3-0. Восстанавливаю пешечную структуру. Напал на пешку. Даю шах этой ладьей, наверное. Он отходит. Он отходит. А если пойти сюда? Нет, надо как-то ладью включить. Но желательно с опаской какой-нибудь для него. Или чтобы он слона не вывел. Давайте сюда пойду, чтобы он слона легко не вывел. Так, он выводит сюда слона. Он выводит сюда слона. Ну ладно, ладью сюда пока. Пешка вперед. Напал на пешку. Напал на пешку. Ладью вывел на открытую линию. Ладью вывел еще на одну открытую линию. Вот так, может быть, сейчас. По времени просел жутко. Надо обязательно посмотреть... обязательно посмотреть... Как же тут все-таки играется? Туда надо вот когда после коня в 6 куда-то ферзя убирать. А вот куда его убирать, я не помню. Для того, чтобы не было ответного нападения на ферзя. Надо было, наверное, шах просто дать на... Е5. Так, напал.
Он предлагает размен. Предлагает размен. И что у нас будет? Ладно, пока сюда. Напал. Времени совсем мало. Шах. Шах. Съел. Так, он приближается. Начинается шлепинг. Зажимает сюда. Отошел. Сюда. Может быть, шаг дать какой-то. Давайте шаг. Съел. Съел. Сюда. Сюда. Вперед. 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 Сюда. Шах. Король пошел. Победа! Так, давайте запустим. А я не знаю, тут можно ли так перейти в анализ? Блин, он без подписки не показывает. Как анализ запустить? Как запустить анализ? Вот, сейчас отчет о партии. Надо один раз и навсегда посмотреть, куда отходит ферзь, и запомнить это. Давайте запомним вместе, чтобы вы мне подсказывали. Вот, вот этот момент. Он бьет, это ошибка. Да, мы ходим конь f6, он отходит. Ферзь e4, шах. Король f1. Ферзь c4, шах. А d3. Ферзь бьет c2. А я что сыграл? Я пошел сюда. Он просто бьет. Это сака закинул. Ну да, и попали мы вот в такой вариант. Ну и, кстати, у нас не хуже. Так, ладно. Победили мы. Пришел донат. Сейчас обязательно посмотрю. Сейчас обязательно гляну. Так, партия у нас там не началась ли? Так, нет, сейчас мы запустим партию. Давайте я сначала гляну донат. Успехов в турнире и хороших нарезок. Большое спасибо, Сергей.